Меня зовут Махотинга Екатерина, и я представляю итальянскую компанию Superstudio. Сейчас мы только что закончили сессию, на которой обсуждали нынешнюю актуальную ситуацию рынка, и о наболевшем разговаривали. На самом деле мне очень понравились мои оппоненты и темы, которые мы поднимали. Я думаю, сейчас в принципе всем интересно, куда движется наше направление, а также оптовые работы с клиентами, да, и работа с байерами. Что я могу сказать? Выставка CPM в этом сезоне прошла довольно-таки активно. Сегодня у нас последний день, несмотря на то, что 1 сентября, и, конечно, скорее всего, многие наши партнеры сейчас находятся с детьми в школах. Тем не менее, на стендах сейчас люди присутствуют. Первые дни были очень активными, и благодаря, я думаю, тому, что все-таки выставка заслуживает, да, особого внимания, и уже к ней есть определенное доверие, все равно байеры приезжают, и те бренды, которые представлены на выставке, опять-таки, я думаю, предпочтение байеры им отдают. Поэтому мы очень рады, опять-таки, выступать. Мы работаем в павильоне «Форум», там, где представлены итальянские бренды, и надеюсь, что мы также увидимся с вами на следующей выставке.